Ученые КФУ помогут крупнейшему мировому производителю полимеров избавить продукцию от посторонних запахов. Это стало возможным после подписания между Казанским университетом и американской компанией Creighton Polymers. Стоит отметить, что американских коллег впечатлил опыт КФУ в подобных проектах. Я очень впечатлен как университетом, так и преподавателями и исследователями вуза. Теперь в рамках соглашения мы вместе проведем ряд научных проектов, одним из которых должен стать поиск решения проблем посторонних запахов в медицинских и бытовых изделиях из полимеров. Я думаю, что одним совместным проектом сотрудничество не ограничится. КФУ работу над проектом будет вести научная группа под руководством профессора Химического института имени Бутлерова Александра Ламберова. У ученых КФУ уже есть опыт разработки уникальных катализаторов для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.